Итак, зовут меня Нина Витальевна Зверева. Или просто Нина Зверева. Я журналист и привыкла отзываться на это имя с удовольствием. И многие ученики меня, молодые ученики даже называют Ниной, на «вы», мне нравится. Но здесь, в студенческой аудитории, учительница, профессор Нина Витальевна Зверева. Очень коротко, так как я понимаю сама, что я широко известна в узких кругах, поэтому очень коротко о себе, чтобы вы знали, кто к вам пришел и что от этого человека можно получить. Моя судьба вообще очень счастливая и очень длинная судьба в профессии, потому что мне сейчас 62 года. В это время все начинают хлопать, удивляться. А то что такое еще? Никакой реакции. Мне 62 года. А пришла на телевидение, то есть не пришла, конечно, меня нашли, привели, когда мне было 8 лет. 62 минус 8, все еще умеют это сделать. Вот столько лет я связана с медиакоммуникациями. И это сначала было Горьковское телевидение, а Нижегородка. Но очень быстро в мою жизнь ворвалось центральное телевидение, когда мне было 24 года. И я была, собственно, корреспондентом программы «Взгляд». А потом стала субкором номер один. У меня даже книжечка такая есть, российского телевидения с 91 года. Ну, я вообще-то для вас уже бабушка, у меня внучки 21 год старший. Поэтому я думаю, что эти имена все-таки не очень вам что-нибудь говорят. Но, наверное, все-таки что-нибудь говорят. Я брала интервью у Ясера Арафата, делала фильмы про Ельцина, вела телемост с Клинтоном, вела огромное количество прямых эфиров по федеральному российскому телевидению, мне не давали прохода ни в Москве, ни в других городах. Хотя я жила по-прежнему в Нижнем Новгороде, но как бы одной ногой в Москве, а очень скоро другой ногой в Магадане, в Самаре, в Екатеринбурге, в Челябинске, везде, где телекомпания, везде, где мои ученики. В 40 лет, в 91 году, в 92-м я организовала собственную школу, называется она «Практика», сейчас она «Центр практики Нины Зверевой». Это российская школа, и в ней прошло обучение 20 тысяч человек. Это реальная цифра по выданным сертификатам. У меня есть любимое детище, фестиваль «Живое слово» Болдина, ему уже 10 лет. Я люблю русский язык, и мы вот профессионально занимаемся грамотным русским языком для разных медиа. Мультимедийный фестиваль «Живое слово» Болдина. И это к чему говорю, потому что там у нас студенты тоже участвуют. Это бесплатная поездка в Болдина, а там у нас не слабые люди, типа Улицкая, Прилепин, Быков. Ну, в общем, вот Познер, Парфенов, в общем, кого только вот вы знаете, все они у меня там в Болдина. Этот фестиваль, это очень такая... Болдинский, Пушкинский фестиваль, ведь русский литературный язык был создан Александром Сергеевичем Пушкиным именно в Болдино, потому что именно там он написал все, что он написал, все абсолютно. И всю поэзию, и маленькие трагедии, причем в день он писал по одному произведению. Это удивительное абсолютно место. Мне все время было обидно, я нижегородка за Болдино, все знают Михайловское, но сейчас мы раскрутили этот бренд. Наш фестиваль показывают по Первому каналу, его любят Кирилл Клименов, и вообще она действительно такая элитная и очень интересная такая история. Туда довольно трудно попасть, там 1000 заявок поступает, тем не менее там есть прекрасные конкурсы для студентов, и конкурс грамотей, и конкурс живой истории. Если вы любите русский язык, и если вы заняты с медиа, вы должны любить русский язык, то спокойно можете участвовать. Но очень интересно, что учиться говорить, учиться общаться, учиться предъявлять себя. В виде любых презентаций, в виде сами презентации, вообще-то нужно всем людям. И этот опыт, который когда-то был у меня заточен именно для журналистов, я вот написала эту книгу, это уже второе издание, сначала была школа регионального тележурналиста, потом просто школа тележурналиста. И по этой книге учится вся Россия. Если вы придете на любую российскую телекомпанию, там везде лежат эти книги, потрепанные, с изъятыми страницами, что доставляет мне огромное удовольствие, как автору. Они изданы, более миллиона экземпляров, изданы, переизданы, скачаны и так далее. Вот по этой книге все учатся. Это действительно, это, собственно, мой собственный опыт и опыт других журналистов, который мне показался важным изложить, потому что главный принцип моей школы практика – учить так, как хотел бы, чтобы учили тебя. И главное понимание моей жизни в профессии, моей жизни как педагога – это то, что знания сами по себе никому не интересны, ничего не значат. Людям нужны навыки, а навык – это знание через практику. Поэтому пока вы не возьмете в руки камеру, вам будет казаться, что вы возьмете любое интервью, вы сделаете любой лучший репортаж. Когда берете камеру, вы начинаете делать все ошибки, абсолютно, которые делали все люди до вас.
Вы начинаете говорить скучные слова несчастными, испуганными голосами за кадром. Вы подходите к человеку, суете ему в рот микрофон и с ужасом спрашиваете, какие ваши впечатления там от прошлого дня, и ваши там успехи, и ваши будущие планы, и, в общем, еще всякие те вопросы, которые только что дали себе клятву никогда в жизни не задавать. Это случается со всеми. Поэтому есть все-таки еще и ремесло, есть практики и есть советы, которые могут избежать, помогут вам избежать. Заходите, ребят, заходите, еще есть места. Вот особенно впереди всегда почему-то есть места. Вот здесь вот тоже, вот второй ряд свободный, заходите, рассаживайтесь. И, собственно, этим мы и занимаемся. Мы стараемся передать опыт так, через конкретные задания, через конкретные сюжеты, через фильмы, через общение, через ошибки, через пробы, через упражнения. И я давно поняла, что даже любая лекция, вы же все учитесь в университетах, любая лекция, эффективность, ну, самые хорошие лекции, 5%. Один человек читает то, что у него давно написано при подготовке, а другие люди переписывают конспекты, чтобы вспомнить перед экзаменами, забыть навечно. И во всех, например, медиашколах, и не только медиашколах, там, за рубежом, люди, медиа обучаются каким образом? Сначала они получают профессию, настоящую, серьезную. Они могут экономисты, биологи, физики, математики, литераторы, кто угодно. А потом 2 года обучения практики на реальной компании с очень хорошими мастерами. И вот в это обучение, я верю, почему я организовала свою школу практика, именно уже для тех, кто работает на телевидении. И мне очень интересно, например, там, если ваша аудитория интересуется таким обучением, практическим обучением, то можем здесь реально помочь, потому что мы набрали здесь свой хороший опыт. Ну вот, вслед за журналистами оказалось, что говорить и презентовать и общаться хотят не только журналисты, а коммуникация – это вообще главное, мне кажется, свойство лидера любого. И так случилось, что за последние 10 лет я уже учу в основном не журналистов совсем даже, а топ-менеджмент крупнейших российских компаний. Вот это было для меня полная неожиданность, и это страшно интересно. Я сейчас фактически поменяла профессию, я стала тренером красноречия, риторики, коммуникации и общения для всех людей. В очереди стоят уже и губернаторы, все поняли, что надо учиться говорить. А знаете, почему сейчас так остро стоит эта проблема? Почему вдруг? Люди ведь как-то общались вообще-то, разговаривали до этого, да? И вроде как-то все получалось. Почему вдруг сейчас так остро стала проблема именно коммуникаций? Потому что информационный бум и информационный шум. Я сейчас вам напишу цифру одну только. А дальше я сказала, что лекции не будет. Будет тренинг, да? Будем разговаривать. У меня подарки, вон есть, книги есть. Так, вот я напишу цифру. 3000. Еще скажу в день. Еще скажу на одного человека. Что это такое? 3000 в день на одного человека. Близко, нет. Правильно, кто сказал? Умница. Иди, бери любую книжку. Любую книжку со стола. 3000 очень быстро сказали. Молодцы, с вами приятно работать. Обычно долго зал мучается, а я не помогаю, потому что надо, чтобы помучились. 3000 сообщений в день получает любой житель мегаполиса. Хочет он этого или не хочет. Мегаполис – это 1 000 000 человек, это Ростов, это Нижний Новгород, уж не говоря там про Москву, Питер и так далее, Новосибирск. Что это такое? Что это такие за 3000 сообщений? А это все. Это все, что нам валится на наши гаджеты. Это то, что мы слышим ушами. Это радио, это телевизор, да, который... Кстати, поднимите руки, кто регулярно смотрит телевизор? Ну, я так и думала. Примерно так. 10% зала. Это реальность. Очень у многих телевизор просто не включается. Все включают компьютер, если что-то там есть интересное на телеке, то... Ну, а программу «Голос»? Больше смотрите? Ну, кто смотрит программу «Голос»? Значит, через интернет уже. Уже больше, уже в 2 раза больше. Ну, вот видите, значит, сейчас контент телевизионный оторван от телевизора. Что очень интересно. В чем переживаем сейчас, конечно, очень интересный момент. Сейчас медиа и СМИ – это, по-моему, любой человек. Сейчас любой человек – это СМИ и медиа. И если вы пишете интересные посты в Фейсбуке, вы уже маленькая медиа, собственная. Если вас читают, если рвутся к вам друзья – если люди начинают реагировать, все, ребята, вы уже площадка, в которой что-то обсуждается. Поэтому так важны эти навыки. Но когда 3000 сообщений в день валятся на уши людей,
Причем здесь среди этих 3000 очень много, что нам абсолютно не требуется, от которых мы уворачиваемся. Это сплошная реклама, это проехал троллейбус, на нем уже тоже что-то написано. Это тоже те же самые сообщения, да? Стикеры на холодильнике нашем, мы все равно проходим на кухню, все равно читаем так или иначе глазами. 3000 подсчитано, это я не выдумала, это все из хороших источников, да? Если столько сообщений в день, ведь еще существует наша башка, да? А у нас здесь сколько всего внутри, чего мы хотим подумать? В результате на нас это все сыпется, мы это все отвергаем от себя абсолютно, не хотим слушать, потому что здесь у нас, ну не 3000, но сотни каналов точно есть. Мы, хотим или не хотим, мы думаем о своем здоровье, мы думаем о своей карьере. Если мы влюблены, то у нас один полный канал, и 3000 сообщений над нами не властвуют, потому что это все, это все каналы настроены только на эту частоту. Это, конечно, болезнь, это ничего с этим уже нельзя сделать. И вот такие вот мы вот ходим, да? А кто-то другой человек амбициозно хочет, чтобы его вдруг слушали, смотрели, чтобы на него внимание обратили. Ну хорошо, мы обратим внимание. Сколько длится наше внимание, которое мы обратили? На этот сюжет, на эту программу, на этот ролик в YouTube. Сколько? Сколько секунд? Кто сказал 10? Иди бери книжку. 11 секунд, молодцы какие, быстро. 11 секунд длится наше внимание, даже, это подсчитано все по всем этим нашим ютубам и прочим роликам, даже если очень интересно. Кто-нибудь из женщин сидел рядом, смотрел телевизор с мужчиной, когда у него в руках пульт? Это же кошмар. Мы уже готовы смотреть футбол, но через 2 секунды у нас сериал. Мы уже только разобрались в том самом сериале главный, а уже у нас какие-то акулы плавают. Это же невозможно совершенно. Мой друг Шендерович говорит, что существует 2 эры телевидения. Одна допультовая, другая послепультовая. Потому что когда не было пульта, то нашему ленивому человеку встать с дивана и подойти, там, переключить какую-то кнопку было сложно. Поэтому тогда было, ну, не 11 секунд, а 5 минут. Но это же огромная разница. Все это случилось за последние 20 лет. Вот эти 3000 сообщений, вот эти 11 секунд. Мы сейчас с вами говорим о том, как сделать такой сюжет. А я бы сказала другое слово. Вот мы вместе с Акопом Александром Завьяновичем воспитывали продюсеров, вместе с ВГИКом. Это был очень интересный опыт. Мы 3 года растили людей, набрав их со всей страны, уже имеющих профессию, уже успешных, но которые мечтают о кино. Я придумывала долго рекламный слоган, и придумал такой слоган: «Вы придумали свою речь при получении Оскара?» И к нам поступило 500 и даже больше заявок. Мы выбрали самых амбициозных, симпатичных. Они сейчас все работают на больших должностях, крутые продюсеры, потому что им очень повезло. Это был один такой набор. 3 года, да, но это лучшие профессора в ГИКа, их учили кино, а лучшие практики сериалов, кино и телевидение учили их, как это делать. С одной стороны была теория, с другой стороны была практика. 50 на 50. 2500 часов просмотров голливудских фильмов и наших фильмов с лучшими профессорами. И 2500 часов лекций и от практиков и занятий практических мастерских о медиа. Вот такую учебу я верю. И людям этим было, мы не брали моложе 30 лет. Если вы хотите быть продюсером, если вы хотите быть режиссером, вы должны иметь еще просто собственный жизненный опыт ошибок, падений, удач. Потому что существует логика успеха, но она существует только тогда, когда появляется логика провалов, понимаете? Только после провала вы можете понять, что это успех. А иначе вообще еще пока ничего не поняли. Итак, 3000 сообщений и 11 секунд. Но почему-то вот в этой кутерьме, где наши ушки защищаются и ничего не хотят слушать, хотят переключиться на внутренние частоты, да? Я сегодня прочитала анекдот. Мама случайно залезла в мой мобильный, послушала музыку, и теперь она меня боится. Примерно так мы сейчас живем, что мы даже не знаем, какую музыку слушают наши дети, и мы ее не знаем, мы эту музыку не знаем. Мы другое поколение людей, которое жило достаточно долго в тишине. И вдруг появляется человек. Или аудиовизуальный продукт. Вот, это, к этому названию давайте привыкать. Тогда мы все объединяем. Мы объединяем студентов ГИКа, которые здесь сидят, объединяем студентов Литовчина, которые здесь сидят, и объединяем студентов университета, в том числе технарей и гуманитариев. Потому что, что бы вы ни сделали вот так вот, чтобы что-то посмотрел кто-то и восхитился, это аудиовизуальный продукт. Это есть звук, это есть картинка.
Есть там закадровый текст? Нет. Это информационный сюжет или нет? Информационный сюжет или это кино? Кино игровое или кино документальное? Это жанр. Но все это продукт аудиовизуальный, который сделан все-таки, видимо, не только чтобы самому посмотреть там с друзьями, да? Если смотреть друзья, это уже продукт для того, чтобы его кто-то увидел и кто-то восхитился. Нам хочется, чтобы его все увидели, и чтобы он зацепил, и чтобы он что-то привнес. Почему я назвала свое вот это вот небольшое, к сожалению, да? Потому что вообще-то я люблю формат 3 часа, чтобы был настоящий тренинг и настоящее общение. Ну и спасибо за эти 1.5, и огромное спасибо организаторам, что я первая, и что вас так много, это большое счастье для любого тренера. Итак, почему я назвала харизму телевизионного сюжета? Потому что я точно знаю, что появляются люди вдруг рядом с нами, и исчезают эти 3000 сообщений, и даже собственные радиочастоты перестают работать. Мы готовы, мы хотим слушать этого человека, идти за ним вслед, задавать ему вопросы, вообще быть с ним. Это харизматики. Это даже не означает, что они говорят то, чего мы не знаем. Это не означает, что они говорят то, с чем мы согласны. Да они могут вообще молчать. Но если это харизматики, это уже люди, которыми мы дорожим очень в этой жизни. Потому что все хорошо, кроме скучного. В том числе аудиовизуальный продукт. Что такое харизма? Кто, за кем мы готовы идти на край света, кто привлекает наше внимание и забирает его целиком? Что отличает этих людей вообще? Уверенность. Харизматики всегда уверены. Ну, поверьте мне, я много брала интервью у Жириновского. Я когда-то помогла стать губернатором и делала имидж, и была 5 раз доверенным лицом Борису Немцову. И, как вы понимаете, для меня это личная и очень большая трагедия, то, что сейчас случилось. Тот же самый Кириенко. Я тот человек, который лепит вот эти вот харизмы, но я тебя слепила из того, что было, это не тот случай, да? Вот уверенность. Этот человек уже уверен, что он нужен. Этот человек уверен, что он должен слушать. Если расшифровать речь Жириновского, то финал этой речи всегда прямо противоположен началу. Я этим занималась. Мы даже прямо делали это в эфире. Мы показывали, что он говорит, а потом еще раз показывали, что он говорил в начале, чтобы вызвать, так сказать, там, соответствующую реакцию аудитории. Это люди, которые имеют свой стиль. Это всегда стиль. Парфенов, первый небритый в розовой рубашке, вышел вести информационный итоговый выпуск. Все очумели. Мальчишки эти гемошные, веселые, на какой-то кухне вдруг начали обсуждать все, что творит в стране, программу «Взгляд». Вы знаете, что сначала, когда появляется такой новый, необычный, неожиданный, совершенно абсолютно такой, вообще, какой-то другой формат, то сначала люди обалдевают, и рейтинг сначала очень низкий, а потом он сразу идет вверх, это знают все продюсеры. Иногда нулевой рейтинг в начале, при входе нового проекта, это очень хороший признак. Плохо, если со второго, с третьего, четвертого раза с ним ничего не случилось. Но новый формат – это всегда сначала оцепенение. Это стиль, и это всегда отличие. Вот эти люди, они обязательно чем-то отличаются. Вообще лозунг «отличаться» – это очень важный лозунг. Уверенность, стиль и отличие от других. Что меня разочаровало в ваших работах? Я точно знаю, как можно состояться и состояться ярко в этой жизни. Есть 2 способа для старта. Первое – это все-таки врываться со своим, с чем-то совершенно своим, абсолютно того, что никто не делал. Вот нету такого жанра, а я его сделал. Гай Германика из последней истории, да? Но вообще-то на самом деле сейчас время молодых. Сейчас все открытия, которые делаются в мире, делаются очень молодыми людьми, 17, 18, 19 лет. В Америке висел социальный плакат, молодые люди в каких-то драных джинсах с весьма таким голодными глазами в обнимку стоят, и подпись: «Ты помог этим ребятам? Ты помог бы этим ребятам?» Это компания Билла Гейтса, которая ходила по домам всяких богатых американцев, клячила деньги, им надо было $25 000 для начала их Microsoft. Они были совершенно уверены в успехе, но просить деньги никто их не учил коммуникациям и общению, и просили деньги они совершенно очень вяло. Но они одному дяденьке очень надоели. Он выдал им деньги просто так, чтобы они больше не ходили. И стал мультимиллионером. Потому что он получил 50% сразу компании Microsoft, как только он вложил эти первые деньги в этих ребят. Очень молодые, тот же самый Стив Джобс. Да и сейчас любой пример взять. В интернете очень много сведений про какие-то выдающиеся открытия 17-18-летних ребятишек.
И время сейчас такое, что вы уже взрослые, между прочим. Для открытия вы уже очень взрослые. И у вас есть два пути. Первый путь – вступление, вот все же мы хотим состояться, все хотим реализоваться. Но на самом деле просто каждый из нас хочет быть счастливым. А амбиции, они и есть претензии, да, на счастье, я так понимаю. И если вы не можете, если у вас вот нет такого ощущения, что я знаю как, что-то новое, да, если можете, то дерзайте. Причем чем невероятнее кажется мысль, чем выше у нее масштаб, чем выше уровень этого дерзости, да, тем большая вероятность успеха. Я давно поняла, как продюсер, что в жизни надо воплощать невероятные проекты. Обычный проект совершенно никому не интересен, только невероятный. Да, школа, да, Гай Германик, да, и провала всегда, сказать, потому что как угодно к ней относись, но это абсолютно харизматичное новое кино про тех подростков, которых мы не видели, но которыми, как мы поняли, полна наша жизнь. Поэтому отличаться, идти своим путем, да, предлагать свое, настаивать на своем, искать этих людей, которые просто уже, которые от тебя устали, поэтому вдруг дают деньги, я не знаю как, но очень верят. Но надо четко чувствовать этот свой продукт. Это не каждому дано. Вот есть люди такие, я знаю как, я знаю, что я хочу. Есть другой путь. Другой путь – это все-таки дерзнуть на высокий идеал. Это, да, повторение, да, это некая калька, но с хороших образцов. Мне никогда не пугало, когда там, ну, когда молодые певцы там пытаются быть Шульженко Утесовым, или даже Пугачевой, там, ранней Пугачевой. А меня пугает, когда они хотят быть теми, кто уже давно повторяет Пугачеву. Это меня пугает. Вот ваши сюжеты и ваши некоторые кино, они, к сожалению, повторение абсолютно пройденного уже давно, давно использованного и давно неинтересного, давно скучного для профессионалов. Вот вы молодые, вы не позволяете себе идти давно затоптанный, протоптанный, уже все там, уже в этом лесу уже ничего нет. Ни грибов, ни ягод, там один мусор валяется, и вы туда идете, в этот лес. Хотя рядом вот, рубите свою эту самую дорожку, понимаете? Ищите свою эту тропинку.